Здравствуйте! В прямом эфире «Православная энциклопедия». В начале октября святейший патриарх Алексий совершил первый в истории Русской Православной Церкви официальный визит во Францию. О том, как проходил этот визит, что обсуждалось на высшем уровне и среди простых прихожан, что может объединить христиан перед вызовами современного мира, и пойдет речь в нашей программе. Наш гость – сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, иеромонах Савва Татунов. Он участвовал в подготовке визита святейшего патриарха во Францию, переводил его выступление. Но вначале, как всегда, новости. Восьмого октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, патриарх Московский и всея Руси Алексий и патриарх Александрийский и всея Африки Федор совершили божественную литургию в Троице Сергиевой Лавре. После окончания литургии патриарх Алексий обратился со словом приветствия к патриарху Федору. Он отметил важность братского отношения между представителями поместных православных церквей и преподнес патриарху Федору образ Пресвятой Троицы. Предстоятель Александрийской церкви поблагодарил его святейшество за приглашение посетить пределы Русской Православной Церкви и за возможность совместного братского служения в день памяти величайшего русского святого. После обмена речами на Лаврской площади, по традиции, был совершен молебен преподобному Сергию. В ноябре этого года будет отмечаться 90-летие восстановления патриаршества в России. 9 октября, в день памяти святителя Тихона, патриарх Алексий совершил молебен у его мощей в Донском монастыре. Первосвятитель Тихон был поставлен на патриарший престол, пустовавший более двух веков. На его долю выпали тяжелейшие годы в истории русской церкви, когда рушились вековые устои, закрывались и осквернялись храмы, начались ссылки, преследования и уничтожение священнослужителей. 11 октября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя открылась научная конференция «Патриаршество в Русской Православной Церкви». Она посвящена 90-летию восстановления патриаршества и интронизации святейшего патриарха Тихона. В своем выступлении патриарх Алексий обозначил самые яркие и в то же время самые драматические этапы в жизни русской церкви. Как в 16-м, так и в 20-м веке обретение России патриарха происходило накануне грандиозных социальных катастроф, когда единственным объединяющим центром и средоточием народной жизни являлся первосвятитель. Выступивший на конференции патриарх Александрийский и африканский Феодор отметил, что с момента своего основания в 1589 году и до наших дней Московская патриархия несет высокое звание России как Третьего Рима и противостоит вызовам современности, с которыми сталкивается человечество. Сегодня мы все видим, сколько делает патриарх Алексий II для того, чтобы и отношения с властью, и церковная жизнь развивались в гармонии, чтобы торжествовали нравственные принципы, чтобы жизнь россиян по возможности становилась лучше и богаче. В рамках конференции прошла работа с секцией «Церковно-каноническое значение патриаршества», поместный собор 1917-18 годов и патриаршество в 20 веке. 12 октября в патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Члены Синода обсудили целый ряд вопросов, связанных с проведением конференций и встреч, в том числе международного характера. Синод заслушал отчет патриарха Алексия о визите во Францию и отметил его важность в укреплении православного свидетельства в Западной Европе и дальнейшем развитии жизни приходов Русской Православной Церкви во Франции. Напоминаю, что сегодня мы будем говорить о визите святейшего патриарха Алексия во Францию. Его уже назвали историческим. Многое в этой поездке было впервые. И православный молебен в соборе Парижской Божьей Матери, Богоматери в присутствии патриарха, и встреча с паствой объединившейся Русской Православной Церкви, и, конечно же, выступление российского патриарха на Парламентской Ассамблее Совета Европы в Страсбурге.
Совет Европы был создан в 1949 году для обеспечения более тесных связей между европейскими государствами, для укрепления демократии и защиты прав человека. Высшие органы Совета Европы – Комитет министров, состоящий из министров иностранных дел стран-участниц, и Парламентская ассамблея, в которую входят депутаты национальных парламентов. Парламентская ассамблея дает рекомендации странам-участникам по важнейшим вопросам внешней и внутренней политики. Все эти годы члены Совета Европы, министры иностранных дел и депутаты национальных парламентов принимали решения, разрабатывали рекомендации, как сделать наш мир лучше, богаче и успешнее. Но как-то незаметно выпала из этой деятельности составляющая нравственная, и мир становился все более жестоким, бессмысленным и безнравственным. Вполне ли осознают это члены парламентской ассамблеи? Наверное, не все из них согласны с такой резкой характеристикой, казалось бы, вполне спокойной и обустроенной жизни. Но главу Русской Православной Церкви они слушали очень внимательно. Сегодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи прав человека и нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколения прав, противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных поступков с помощью прав человека. Выступая на парламентской ассамблее Совета Европы перед делегациями из 40 стран, Святейший Патриарх сказал о единственном выходе из этого тупика – это возвращение к христианским ценностям. В этом зале в Страсбурге впервые в истории Русской Православной Церкви выступал ее предстоятель. Впервые в этой католической стране принимали религиозного лидера по протоколу приема главы правительства. А президент Франции Николя Саркози, согласившись со словами Святейшего Патриарха о том, что в первую очередь необходимо сохранять духовную культуру народа, сказал, что гость из Москвы говорил об этом смелее многих церковных деятелей. Во время своего 4-дневного визита во Францию патриарх Алексей встречался с политическими и религиозными деятелями Франции и других стран, отвечал на вопросы журналистов, в том числе и на самые острые, о положении в Косово и расслоении общества, о встрече с папой и отношении церкви к гомосексуализму. И Франция внимательно слушала российского патриарха, который предупреждал о том, что разрушение нравственных норм может привести европейские народы к потере своей духовной и культурной идентичности, а значит и своего места в истории. И об этом должны помнить и общество, и государство. Наш гость – сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, иеромонах Савва Тутунов. Здравствуйте, отец Савва. Вы находились все время во время патриаршего визита вместе со Святейшим во Франции. Почти, да. И, я так понимаю, были вместе с ним и на Совете Европы. Ну, присутствовал, да. Вот у меня такое ощущение, что за последние десятилетия в Совете Европы не было принято вообще вспоминать о христианских ценностях, и вообще Европа в третьем тысячелетии зашла в какой-то нравственный тупик. Вот приглашение Святейшего Патриарха выступить на посе, это что было? Вот желанием обрести какую-то почву под ногами, ориентиры какие-то для себя отметить? Ну, я этого не исключаю. Дело в том, что председатель, ну, не действующий председатель парламентской ассамблеи, господин Ван дер Линден, который, собственно, по его инициативе в основном произошел визит Святейшего Патриарха в Пасе, он, приветствуя Святейшего Патриарха, подчеркнул, что именно одним из аспектов его политики как председателя Пасе является диалог с религиями, с религиозными, приглашение религиозных лидеров, общение с ним, выслушать, что религии, что, прежде всего, конечно, христиане, могут сказать о Европе, о будущем Европе, о построении Европы. Поэтому, да, видимо, сейчас это такая уже некий шаг Совета Европы в сторону христиан, но и не только христиан, скорее всего. Вот в своем выступлении мы знаем, Святейший Патриарх обличил безнравственность современного мира, который возводится в ранг прав человека. И, в частности, гомосексуализм он назвал грехом и аномалией. И очень многие депутаты Европарламента аплодировали вот этому выступлению. У меня такое впечатление, что в самом Европарламенте очень боятся об этом говорить, и выступление Патриарха, оно как бы вот дало возможность как-то выразить настоящее мнение многих. Честно говоря, я не очень отслеживаю заседание ПАСЕ, поэтому не знаю, боятся, не боятся.
связь. Ну, факт тот, что во Франции в целом, и, наверное, это верно для всей Западной Европы, это вопрос, так сказать, табуирован. То есть о нем уже, то есть, не принято говорить в отрицательную сторону. Да? Там, наоборот, принимаются один за другим законы, как бы положительные в сторону. Вот, расширение неких прав. Да. Вот. И да, Святейшему Патриарху аплодировали вот в этом выступлении. После выступления многие подходили, так, благодарили его за свою такую честную позицию, когда он назвал грех грехом, а не как-то по-другому. Поэтому, думаю, да, действительно, некоторым депутатам это как-то их поддержало. Вот Франция – это светское государство, и во Франции, и как во многом, везде в западном мире сейчас идет активное наступление на христианские ценности, и многие пытаются устранить Бога из сферы общественной и культурной жизни. А вот само выступление патриарха на сессии Европарламента как-то могло повлиять на атмосферу вот, Совета Европы? Ну, повлиять на атмосферу, не знаю, но это можно как-то связать вот с первым вопросом, что именно со стороны Совета Европы есть желание вот, услышать голос религиозных лидеров, услышать голос религии и учесть его, значит, если услышать, наверное, так и они учитывать его собираются при построении Европы. Поэтому, да, это, наверное, какой-то положительный момент. А какие религиозные лидеры уже вот, выступали в Совете Европы? В феврале патриарх Варфоломей тоже выступал, а других, как бы, я знаю о православных, какие выступали, а другие я как-то не очень. Он поднимал те же вопросы, что и Святейший, или выступление Святейшего было как-то вот все-таки особенно нет, обозначено? Нет, насколько я помню, там немножко другие темы поднимались. Тема Святейшего, которую затронул Святейший Патриарх, об этом говорилось в сюжете, это именно связь христианских, духовных, нравственных ценностей с Европой. То есть то, что это является... было впервые затронуто на Совете Европы? Ну, возможно, я как-то... Вот я действительно не отслеживаю, что остальные выступления... Отец, вот мы видели по новостным блокам, как принимал Святейшего Патриарха президент Франции Николя Саркози на самом высоком уровне. Mm-hmm. Почему вот это было так? Вот я думаю, это идет в том же русле. И президент Саркози это подчеркивал во время встречи со Святейшим, что сам Саркози придает большое значение религиям и значение религиям в жизни общества. И намеревается это значение, хотя во Франции это как-то не очень принято, там как раз это лаицизм, да, лаичность, светскость свою подчеркивают. Вот, но президент Саркози очень подчеркивает, что он как раз в отличие от этой традиции собирается как-то вводить религию в жизнь общества. Вот как это, ну, он недавно был избран сейчас в мае, поэтому как он дальше будет работать, я не знаю. Но он это подчеркивает. И думаю, что это в частности это обусловило вот такой высокий уровень приема Святейшего Патриарха. Это очень интересно. Вот интересно, современной Франции, да, конечно. Да. Во время визита Святейшего Патриарха вы переводили его выступление, конечно же, общались с прессой зарубежной, с официальными представителями. Скажите, пожалуйста, а вот что можно сказать о официальных и неофициальных оценках этого визита? Как у простых людей вызвал, какое ощущение этот визит у прессы французской? Были отрицательные какие-то, да, негативные отношения к этому? Были всякие. Но я сказал бы, что все-таки больше было положительного. Пресса достаточно широко освещала. Еще до поездки Святейшего несколько журналистов крупнейших изданий просили, были даны интервью Святейшего. Я почему это скажу? Потому что я знаю, что во время визита прошлого покойного Папы Римского Иоанна Павла II во Францию, его визит во Францию освещался в крайне негативных тонах. Ну, в крайне негативных тонах. Вот в основном его показывали со самых неприглядных точек зрения. Вот. Знаю, что Франция страна настроена антирелигиозно во многом. Вот я поэтому и спрашиваю. Нет, ну по-разному освещался, конечно, визит Папы. Но, конечно, признать, что визит Папы освещался больше широко. Все-таки Папа для Франции это глава основной конфессии. Да. Визит Святейшего Патриарха, вот, тем не менее, сейчас очень широко, там были сюжеты по телевидению. То есть отрицательного я как бы так не видел в прессе. Что касается народа, то я могу сказать о народе Божьем, который присутствовал на встрече, на богослужениях, на приеме Святейшего Патриарха. Все, конечно, те, кто присутствовали, были очень рады. И так это было видно, что. И они действительно смогли пообщаться со Святейшим, что очень было важно. Святейший там всех, вот на приеме, особенно вечером, там все могли к ним подойти, взять благословение, сказать два слова. Это...
Вы знаете, вот после визита Святейшего во Францию, вот мне приходилось читать на интернете, довольно странные для меня выступления некоторых таких довольно одиозных личностей, которые постоянно подчеркивали, что Святейший Патриарх вместе молился с католиками, чтобы была какая-то совместная молитва. Хотя, мне кажется, по этому поводу ОВЦС уже достаточно четко высказался. Не могли бы вы это как-то еще раз осветить и прокомментировать? Да, конечно. Нет, никакой совместной молитвы, совместного богослужения не было. Наверное, и не могло быть, в принципе. Принципиально быть не может, это как бы... естественно, наша позиция. Было, что вот когда мы посетили собор Парижской Богоматери, здесь патриарх желал, естественно, поклониться величайшей святыне, которая там хранит серновый венец Спасителя. И, значит, после того, как мы прибыли, серновый венец был вынесен католическим чином, но он хранится там в ризнице у них, они его выносят с особенным торжеством. Конечно, по-моему, раз в год всего это происходит. Да, это происходит. И у них особенно торжественный такой вынос, там какие-то там рыцари терновенца, еще кто-то. Вот, и они это торжественно выносят. Ну, конечно, это естественно, что у них есть свой чин вынесения терновенца. Они положили на престол. Вот кто-то говорил, что вот почему там на католический престол. Ну, вот в баре мощь святителя Николая находится под католическим престолом, и думаю, все под него... Русские паломники, которые все бывают в баре, там, во-первых, прикладываются, потом на этом же престоле, мне кажется, совершается православная литургия, да, если там приезжают паломники со священником или с православным епископом. Вот. И, соответственно, они совершили свой чин, потом отошли там на хора, по правую сторону. И тогда наш священник и диакон вышли, Стиши стоял на хорах тоже, он молился, он не служил. Вот, то есть он даже в принципе не служил, только приступил? Нет, он вообще не служил. Он там даже возникал вопрос, там, а не надеть ли ему, католики спрашивали, не надеть ли он мантию при входе в Нотр-Дам. И это, в принципе, реально нет, никаких мантий. Там, все, вот Стиши Патриарх просто входит. Стал начиная на хора, там, молился за нашим православным молебном. Потом мы ушли, и католики, соответственно, унесли этот венец своим, опять же, чином. То есть, в общем, они нам его вынесли, мы поклонились. Мне кажется, это совершенно естественное событие, которое бывает достаточно регулярно в жизни паломников из православных стран, которые посещают западные святыни. Да, вполне. Франция страна католическая, но есть и Франция православная. Мы это особенно увидели во время визита Святейшего Патриарха. А вот в чем особенности французского православия? Едва ли можно говорить совсем о французском православии, в том смысле, что это еще не православие, которое прижилось полностью во Франции. Да? Но есть какие-то особенности православия во Франции? Есть особенности православия во Франции. Во-первых, это то, что оно многоюрисдикционно. Да? Но я не говорю о том, что оно живет в стране, которая не традиционно православная. Все-таки само по себе уже особенность. Но, во-первых, многоюрисдикционно. Там есть и представители епархии Константинопольского патриархата, румынского патриархата, сербского, русского, русской православной церкви. Вот. Это уже само по себе особенность, вот такое наложение нескольких. И вторая особенность, которая свойственна каждой из этих юрисдикций, то, что каждая юрисдикция состоит из трех пластов. Первое – это потомки тех иммигрантов, которые когда-то приехали. Это особенно наша русская юрисдикция. Диаспора, так называемая. Потомки там, скажем, иммиграция начала 20-середины 20 века, которые уже, как правило, там ассимилировались, но сохранили при этом веру отцов. Часто, нередко сохранили русский язык, но это не всегда. Вот. Второй пласт – это, если хронологически, то это французы, которые есть, как это во всякой, каждый из великих, есть небольшая такая группа французов, которые приняли православие, увидев его носители, первых иммигрантов. И третье – это те, которые приезжают сейчас. И это очень сложная такая ситуация, которую наши пастыри как-то решают, и не всегда просто это. Я понимаю, что это всегда просто, но я знаю, что во Франции существуют франкоязычные приходы, где и священник француз, и паства французы, и они имеют какой-то свой особенный мир, уже немножечко отличный от национальных диаспор. И это так? Особенно, я не знаю, честно говоря, я, живя в Франции, скорее ходил в русскоязычные переходы, чем в франкоязычные, будучи носителем языка, поэтому, точно сказать, есть ли у них особый мир, я бы не сказал, может, он связан с тем, что у них там свой язык и так далее, но они, в каждой из юрисдикций, они, как правило, хранят традицию, ту же богослужебную традицию, духовную традицию той диаспоры, которая принадлежит,
в храмы, которые они ходят, там, значит, наши франкоязычные ходят, там, храм богослужебный, там, какую-нибудь там духовную традицию русскую и так далее. То есть, ну, вот так, и да. Последний вопрос, отец, да. Вот я знаю, что после своего визита святейший патриарх сказал, что он очень бы хотел, чтобы в Париже был построен еще один православный приход. Насколько это реально? Ну, это было сказано еще во время визита, и это в частности было сказано на встрече с президентом Франции. А президент Франции признал это совершенно легитимно, потому что действительно наш храм, ныне кафедральный храм в Париже, очень маленький, он построен был в Но гараже. Это реально возможно? Это будет в центре Парижа строиться? Ну, центр Парижа, значит, что Париж он сам маленький, поэтому... Нет, центр Парижа как раз маленький, то есть он сам по себе является центром, то есть он будет, скорее всего, построен в Париже, но в центре вряд ли, там, на центре-то, в общем, не строят сейчас, если там Нотр-Дам, там вот, да. Спасибо большое, отец, спасибо большое за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам на нашу программу. Спасибо. Во Франции находится много христианских святынь, глава Иоанна Крестителя, плод Божьей Матери, мощи равноапостольной царицы Елены. Во время своего визита во Францию святейший патриарх поклонился терновому венцу Спасителя, который хранится в Парижском соборе Нотр-Дам. Накануне выступления святейшего патриарха в Совете Европы в кафедральном соборе Страсбурга состоялся концерт российских церковных хоров «Православные голоса России». И для многих это было первой встречей с русским духовным искусством. Очень замечательно. В этот же день собравшимся был представлен фотоальбом «Соловки». Многие из французов впервые тогда узнали о существовании этой древней русской православной обители. На следующий день после выступления в Пассе святейший патриарх поклонился величайшей святыне христианского мира терновому венцу Спасителя, который хранится в соборе Парижской Богоматери. После того, как по сложившейся традиции католические священники вынесли святыню из специального хранилища, перед ней был совершен православный молебен, за которым молился патриарх Алексий, иерархи, клирики Московского патриархата и других поместных православных церквей и множество православных верующих, проживающих во Франции. Богослужение совершалось на французском и церковнославянском языках. У православной церкви во Франции судьба особая. Эта страна приняла много иммигрантов из России и стала для них второй родиной. Но первую они никогда не забывали и смогли не только сохранить свою веру и свою культуру, но и обогатить духовную жизнь приютившей их страны. Визит главы Русской Православной Церкви является каким-то соединяющим звеном для всей русской общины. И я считаю, что это важно для нас, потому что это нам позволяет показать перед католическим миром, что мы не забыты, одновременно показать именно нашу православную силу, показать, что мы являемся очень близкими к той стране, которая нас приучила. Прихожане русских православных храмов во Франции – это потомки старой и новой миграции, а также французы, принявшие православие. Половина священников здесь – граждане западноевропейских стран. Во Франции святейший патриарх встретился со своей паствой, говорил о возможности строительства нового храма в Париже с французским президентом и нашел у него понимание. Отслужил панихиду на знаменитом кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, на котором похоронено более 20 тысяч русских людей, нашедших последний приют вдали от родины. Всегда, когда молишься вместе с людьми, находишься даже непродолжительное время вместе,
определенная грусть охватывает, потому что судит ли Господь снова встретиться, снова молиться и снова общаться. Но я удовлетворен итогами своего визита во Францию. Я удовлетворен возможностью выступить в парламентской ассамблее Европы и сказать о необходимости сохранения нравственных и духовных ценностей. Потому что, потеряв их, народы Европы могут потерять все. Наша программа подошла к концу. Ее полную версию вы можете найти на сайте Седмицы.ру, где всегда помещаются самые последние новости жизни Русской Православной Церкви, а также религиозные новости со всех концов света. Спасибо всем, кто был с нами эти полчаса. Мы с вами встретимся через неделю и расскажем о жизни Новосибирской епархии. Всего вам доброго. Храни вас Господь.